Дорогие друзья, у меня очень радостная новость. Книга «Красная таблетка» теперь стала «Червоной таблеткой». Ее перевели на украинский язык. И теперь все мои подписчики из Украины могут вместе смотреть правде в глаза в нашем замечательном сообществе, которое мы здесь организуем, и изучать мозг, становиться в этом смысле богаче, умнее и, я надеюсь, добрее друг к другу. Спасибо. «Червона таблетка».